местной продукции, место на прилавках магазинов. Сегодня в Орловскую область прибыл представитель питерской сети гипермаркетов «Лента». Она появится в Орле на Московском шоссе в районе остановки завода «Металлист» и распахнет свои двери перед покупателями уже в конце марта этого года. Цель визита – познакомиться с орловской продукцией, которая впоследствии и должна занять весомую долю на полках торговой точки. Уже успели познакомиться с орловской продукцией. Что можете сказать на первый взгляд? Видели ее, с какими-то производителями мы уже работаем. Допустим, Левицкая кондитерская фабрика делает нам частную марку. То есть эта продукция представлена в 50 магазинах. Что же касается цен, то представители торговой сети пообещали, что ими орловчане останутся довольны. Мы придерживаемся быть ценовыми лидерами. То есть, где мы заходим на какой-либо рынок, то наши цены по карте будут самыми минимальными. То, что сегодня мы вот презентовали для «Ленты», я считаю, что это хороший шаг. Они увидели своими глазами, пусть даже в таком нешироком ассортименте, то, что у нас есть. Я думаю, что не хуже, чем в других регионах, даже лучше. Орловские товаропроизводители, пришедшие на смотрины к новому потенциальному продавцу, привезли свои лучшие образцы. Многим пока удается сдерживать растущие с каждым днем цены. Цена гречки сейчас 37 рублей, а цена макаронных изделий 26 рублей. Основной ассортимент наших колбас – это ГОСТовские колбасы. Вот, к этому вопросу мы подходим очень щепетильно. Сырье обязательно охлажденное. После ознакомления с продукцией представители торговой сети Орловского правительства отправились на совещание, где обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества.